В Болграде осветили Свято-Преображенский собор, который несколько лет назад пострадал во время пожара. Торжественный чин совершили патриарх Александрийский всея Африки Феодор II и митрополит Киевский всея Украины Ануфрий. Подробности с Болграду Полина Корюк. 30 сентября блаженнейший патриарх Александрийский всея Африки Феодор II и блаженнейший митрополит Киевский всея Украины Ануфрий посетили Болград для совершения совместного богослужения в Спасо-Преображенском соборе. У ворот храма их встречали протоиерей Стефан Турлак, народный депутат Украины, генеральный консул Республики Румыния в Одессе, а также руководство города и района. Предстоятели Александрийской и Украинской православных церквей совершили обряд великого освящения, восстановленного после пожара собора. Это здорово, что вот возрождаются храмы. Это здорово, что люди сегодня пришли и поддерживают единое православие. Вы знаете, вот такие события, они объединяют людей. Вот такие события, они позволяют сказать, что церковь у нас единая. Самое главное, что вот мы сейчас все здесь вместе. Я знаю и вижу очень много людей, которые приехали даже с Одессы. Ну и, знаете, наверное, это хорошо. Наверное, хорошо, что люди пришли и искренне молятся. Этот собор никогда не закрывался. Несколько лет назад здесь произошел очень сильный пожар. Сгорел полностью купол, но трудами благодетелей собор восстановлен в первозданном виде. Восстановить все росписи – это колоссальный труд, это в наше время, наверное, практически невозможно. Ну, поражает. По окончании чина освящения блаженнейшие предстоятели совершили божественную литургию. После чтения Евангелия митрополит Ануфрий обратился к молящимся со своим словом. По окончании литургии он поблагодарил папу и патриарха Александрии всей Африки Феодора II за молитву о народе Украины. В свою очередь Феодор II обратился к собравшемуся духовенству и верующим со словами поддержки в период испытаний, которые сейчас проходит каноническая Украинская православная церковь. Как для любого православного человека очень важна встреча с Владыкой. Это мы пытаемся поддержать своего Владыку, поддержать нашу веру и показать то, что у нас в душе, наша вера, наша сила. Это для нас все. На освящении храма собралось более 1000 человек. Сюда съехались верующие со всей Украины. По завершению богослужения на площади перед собором состоялся концерт, приуроченный к 1030-летию крещения Руси. Очень важно. Я считаю, что это часть духовной нашей жизни, важнейшая часть нашей жизни. Поэтому это великое дело. И мы счастливы, что мы именно в этот период, и мы можем прийти, поклониться и присутствовать на таком торжественном мероприятии. Настроение отличное, очень приятно. Много здесь разных песен поют, молитвы читают. Людей много, очень много. И в храме очень красиво поют. Отметим, что 29 сентября патриарх Александрийский всея Африки Феодор II и блаженнейший митрополит Киевский всея Украины возглавили всенощное бдение в Свято-Покровском кафедральном соборе Измаила. С ними проводили службу митрополит Одесский Измаильский Агафангел и иерархи поместных православных церквей и епископата Украинской православной церкви. Полина Корюк, Денис Рудь, телеканал «Репортер».